песням. Не получается, пока песня там нет. Вот. Чем хорошо вот наше собрание, я много лет здесь наблюдаю, хорошо, что встречаются люди, я здесь наблюдал, и по всему Советскому Союзу, и за рубежом. По 30 лет не виделись мужики, вообще. Вот здесь я наблюдал картину за вот тем столом, когда двое, да елки-палки, я тебя с 85-го не видел вообще. Я еще знаю историю, рассказывал мне парень, в госпитале Вишневского лежал давно, из разведвзвода осталось два человека. Вот попал в глухую засаду, стал отходить, двое остались прокрывать, два рядовых, один ефрейтор. Взвод накрыли на отходе весь, а их оглушили, забросали гранатами. Но их спасли, подошла помощь. Один в коме пробежал полтора года и не знал. Второй без сознания был доставлен в госпиталь. И после этого демобилизовали, и они не виделись лет 25. И считали, что они погибли, весь взвод погиб. И отписали, что они погибли. И встретились. Вот какая встреча была, я не буду описывать. Вот. Это было очень и горько, и больно, потому что как так, боевые друзья. Но встретились все-таки. Потом наблюдал такие случаи в Новороссийске в 87 году, когда бегут через весь город Новороссийск, двое навстречу лбами сталкиваются, братан, не виделись, там лет 5 или 6, думали, тоже разошлись. Я друзей своих некоторых похоронил по вымпелу. Вот афганский почт передает, умер там, Анциферов, потом встречаю через 5 лет, Анциферов, Санька, мы с ним вместе. Санька, это ж труп ходишь тут, таких труп, нет, живой, слава тебе, Господи. А и вот встреча таких хранили. Двух друзей, а? Несколько раз хоронили. Да, хоронили тоже. Ну, как батю. Батю два раза за войну похоронили, а он вернулся, сестра увидела, его обморок упал после госпиталя. И еле по батье стал откачивать. Ладно. Вот такая. Называют встречи. Это по мотивам вот всех встреч, которые я видел, которые происходили у меня. Афганская настоящая встреча. Сейчас поймете почему. Там. Давно с тобой мы не встречались, товарищ старый. Боевой. Все где-то по свету мотались и не просились на покой. Да, мы, конечно, постарели, хотя прошло немало лет, но еще для нас поют капели, еще для нас встает рассвет. Нальем, дружище, по одной, пусть пьянствие нас не уличают. Мы были там, где цену знают спиртовой дозе фронтовой. И без задержки по второй. Мы в тех сражениях уцелели, где путь от мушки до мишени подчас становится судьбой. И молча выпить мы должны, не чокаясь, не со словами, за тех, кто пил сегодня с нами, когда бы не было войны. А за сегодня в бой идущих, и на войне, и без войны, четвертый тост, он за живущих. Живите долго, братаны. Давай еще, брат, по одной. Да чтоб ни капельки на донце, за небо синее и солнце, за этот мир, за нас с тобой. Но память все не отступает. Болит пробитое плечо. Похоже, водки не хватает. Неси-ка, девочка, еще. А где тост не хватает литров за троих, это всегда. А здоровья, правда, нет, а дальше до утра как-то. Ну, лет по 20, по 30 не видит. Ой, мой. Алма-Ату там вообще никто не спал, по-моему. Да. Неделю целую. Юра, спасибо большое. Хотел бы какие-то песни повеселее, там Мишка начал коленки, я попробую продолжить. Он чё, так, он пел про маршрутное такси, я спою про обычный автобус, который до сих пор колесят по Москве. Номер этого автобуса, а? Я спою потом, ну сейчас я такую одну песню, переходя плавно к лирике, там, через юмор, тут уж совсем тяжело. Там маршрут такси, неизвестно какой номер, здесь трамвай 196, значит. Ой, автобус 196, там маршрутное такси. Ну он каким был, по-моему, таким и остался. Турникет только еще больше очереди создают, там с билетами, с этими входишь. Толчья та же самая. Правда, многие переедут на машинах, от того движение замедлилось, автобус тоже. Быстрее всего на метро. Ну, значит, такое.
Маршрут 196 остался вот там, где я ранее живу. И в холод, и в жару, во всякую погоду, морозы в слякоть, в стужу, в гололедь. Трамбуюсь я в толпе со всем честным народом, в автобусе под номером 196 меня сюда отнесут, локтями прижимая, я дружески чувствую пинки. И завопит сосед, слова не выбирая, я немедля слез с его ноги. А у передней кассы слышны голоса. Да чего ж мужчины сделались несмелыми? Послушайте, мужчина, вы на мне лежите уже полчаса. А что могу я сделать? Да вы хоть что-то сделайте. Эй, бабка, ты куда так рано поутру? Молчи, алкаш, конечно, не за водкой. Товарищ, вы протерли мне огромную дыру своим пенсне на импортных колготках. Женщина, вы сходите? А я сходил утром. Знаете, что вы ходите? Выходит только замуж. Что ж вы все-таки делаете? Объясните дельно. Я сейчас вылазю. Ну, значит, с днем рождения. Девушка, пожалуйста, ну слезьте вы с компостера. Не дай бог случится что, будет ведь скандал. Вот лично я вот прямо сейчас пробью билет. А чего вы так орете? О, теперь вы женщина, а ведь я предупреждал. И в холод, и в жару, во всякую погоду, морозы в слякоть, в стужу, в гололедь. Трамбуюсь я в толпе со всем честным народом, в автобусе под номером 196, в автобусе под номером 196. Это не такая смертоносная машина, как газель маршрута, но бывают и приятные там моменты в автобусе, когда много народу. Так, значит... Да. Это покойный мой товарищ, замечательный товарищ. Странно, что мы с ним в Москве встречались крайне редко, когда жили совсем рядом. А вся наша жизнь проходила в деревне. Вот там наша жизнь, наша юность, наша молодость и любовь там же, в этой деревне осталась. Валя писал, он был заслуженным учителем под конец жизни, был республиканского значения, заслуженным учителем. Писал замечательные песни. Я сейчас две песни спою. Песня, которая в Луховицком районе окрестностей преподавалась в школах, ее пели, поют сейчас все, и 70-летние, 60-летние, называется «На черемуха». Простая деревенская лирическая песня. Ностальгия по ушедшей юности. Есть любовь или нет, я не знаю, но я знаю, в далеком краю есть большая поляна лесная, на черемуха в белом дыму. Есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. И девчонка в коротеньком платье с белым бантиком в русой косе. Убегали мы с ней на закате, возвращались мы с ней по росе. Убегали мы с ней на закате, возвращались мы с ней по росе. Были ночи полны соловьями, поцелуями ласковых губ. Звезды мерцали у нас под ногами, освещая таинственный путь. Звезды мерцали у нас под ногами, освещая таинственный путь. Есть любовь или нет, я не знаю, но я знаю, в далеком краю есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. Есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. Это правильный речь, он умер давно уже. Деревня без него опустела. К нему народ тянулся сам просто. У него, учителем он был от Бога. Дети... Он мог поднять детей в крестовый поход повезти, как когда-то было, на Константинополь. Если вот. Они ему верили больше, чем свои родители, потому что он от Бога был. Таких сейчас нет, я не вижу вокруг. Не делает такое Россия таких уже больше. Ну, это песня «Посвященная память». А его самая лучшая память, он был мечтателем и романтиком, может, последний романтик.
Я после войны романтиком быть перестал, а он всю жизнь оставался. И эта песня тоже в память о Валентине. За иллюзию соломинку держись, утонуть в житейском море пустяки, на кораблик из бумаги положись, а вокруг тебя пусть тонут простаки. И схитрись зубами локоть ухвати, боль с обидой не поймешь, что солоней. Проще было бы пойти с ума сойти, чем убивать упрямство, запертость дверей. Но сомнение висит домоклов меч, осторожно, парень, нитку не задень. Я не верю, что игра не стоит свеч, старый парусник везет вчерашний день. В трюме сваленный в повалку чудеса, бедолагам чудесам не повезло. Кто-то взял да перепутал адреса, или случайно, или кому-нибудь назло. Словно нож метнулся в стену чей-то крик, грязный парусник берут на абордаж. С пулей в горле капитан рвет воротник, загремел к ногам на палубу палаш, завивает косу дымную пожар. Доски жрет изголодавшийся огонь, и ложатся, как добыча, а не дар. Чудеса на заскорузлую ладонь, и ложатся, как добыча, а не дар. Чудеса на заскорузлую ладонь. Веселая песня, сразу же время тянуть. Моим сыновьям, я вернулся с войны, сыновьям было по 5 лет. Я придумал специально, что им петь. Они ничего не понимали в 5 лет, что такое оловянные солдатики. Они знали, я понял гораздо позже, когда началась Чеченская война. Это детская песня, предупреждаю вас. Никаких аналогий ни с чем не ищите. Оловянные солдатики, просто детская игра. Каждый с мини-автоматиком и с мини-шашкой генерал. Чатся в мини-батериках за противником вдогон, и у мини-офицериков мини-ленточки погон. Вот в атаку смело кинутый, оборону проломив, и из коробки танки вынутые, и сходу брошены в прорыв. Ну еще одно усилие, вот даже конница пошла, ура! Но тут случилось перемирие. Мать обедать позвала, и на время кошмарное примирила две страны, и дождалась поле бранное первозданной тишины. Ох вы, маршалы курносые, вам бы только воевать. Хорошо, что в игры взрослые, и случалось вам играть. Там ни стратегии, ни тактики, ни теории, ни наук. Оловянные солдатики, 2 рубля за 10 штук. Оловянные солдатики, просто детская игра. И каждый с мини-автоматиком, и с мини-шашкой генерал. Такие детские куклы. Значит, что-то какая-то рокировка идет. Да. Сейчас еще последнюю, крайнюю, да. Алёшка, Алёшка. Нет, ну это потом чем. Я просто хотел еще оставить время, и вот у нас сидит замечательный поэт, полковник Грибанков, и чтобы он пару-тройку стихов своих прочитал, потому что творческое объединение батальона разведка, он уже кооптирован, и только он там. Сейчас я одну песню спою быстренько. Очень быстро. Песня написана в знак протеста против отношения ветеранов Отечественной войны в 89-м году к ветеранам Афганистана. В Марьино Роще там где-то, действительно, они выгоняли афганцев, вставали 9 мая, значит, вставали в колонны ветеранов войны, ордена, медали, победители, все нормально, с великим уважением к ним, но их оттуда изгоняли, говорят, что у вас за война, валите отсюда. В общем, это было, поэтому написана эта песня. Что не говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ нас вела заветная звезда.
Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, а мы умеем верить в дружбу, закаленную в огне. И без слез оплакивать потери. Что же на войне, как на войне? Что ни говори, а мы сильны, как прежде, верностью и честью фронтовой. Верностью дороге и надежде, честью перед памятью святой. Что ни говори, но мы сильны, как прежде, верностью и честью фронтовой. Верностью дороге и надежде, честью перед памятью святой. Что ни говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ нас ведет заветная звезда. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Спасибо вам, Владимир. 5 минут, да, еще? Значит, я хочу вам представить. Вы его видели, кто постоянно ходит на наш концерт, вы видели, он выступал перед вами. Полковник, десантник, спецназовец, СОБРовец. Да никакой я не полковник. Ну, не надо. Полковник. Не надо, уже знаем, что вы выиграл уже министр внутренних дел первый суд там. У этого, у всех этих, как их там? Всех застрелил. Неважно, полковнику присвоит через месяц. И он опять заступает на службу вооруженных. На общественных начал. Сейчас общественные награды популярны. Общественный полковник. Ладно, пока оставлю, потом я сам скину. Значит, человек 6 заездов в Чечню, который все знает. У нас не хватает за Чечню, у нас ребята спрашивают, там тоже война. Мы вообще не вылезаем в 20 век и 21 войне. Россия воюет. Мужское население тает на глазах. Потери необычайные. Моральный дух армии тоже. Решите, Игорь Николаевич. Поэтому он лучше всего об этой войне расскажет. Ну, заезды были там туда-сюда. Ну, ладно, ты не рассказывай, ты читай стихи. Подполковник хотел сказать, что Михаил Михайлович тут произнес про штабную крысу. Это вообще страшный разговор, потому что одна иногда штабная крыса стоит 10 бегающих по окопам крыс и по горам. Поэтому просто так наград не дают. Человек заслуженный, неоднократно награжденный, и поэтому скромный очень, до невозможности офицер настоящий, с которого вот мы все берем пример. А сейчас, если вы не сильно устали, покажу вам несколько стихотворений, пока меня Игорь Николаевич не остановит лично. Ладно? Потому что я могу долго очень говорить. Провокация. Мы входим в жизнь по-взрослому и в памперсы не мочимся. Когда, согласно возрасту, нам этого не хочется. И, вынув соску изо рта, взметаемся над партами. А дальше под руку мечта, крутая и азартная. Кому война, кому банкет, кому естествознание, кому высокий кабинет, их должности и призвания. Цветут ромашки на полях, желтеют одуванчики. И тополя шумят пыля, роняют пух в стаканчики. Событий разных череда размыта бытовухою. Идет за вторником среда, как ломтик за горбухою. Еще недавно в сад ходил и бегал на свидание. Теперь под Грозный угодил. Обычное задание. Вздыхая, рушатся дома, согласно реконструкции. Возносит плановку тюрьма новейшие конструкции. Исчезли дворики, потом исчезли даже скверики. Как говорится, суп с котом. Нет поводов к истерике. Не оказалась жизнь проста, свободу имитируя. Чуть раньше был Афганистан, порядок корректируя. За летом следует зима, хоть нет на то инструкции, и где-то рушатся дома статьями Конституции. Уходят, хлопнув по плечу, столетия каруселями, и мир меняется чуть-чуть, оправдан новосельями. Вдруг смотришь, новые листва, знакомый пух в стаканчике, лишь серебрится голова пушистым одуванчиком. По небу катится июль, перебиваясь грозами, а где-то песенку поют, а где-то спят без просыпу,
А кто-то писает в горшок и бегает за мамкою. Как это все же хорошо, когда штанишки с лямкою. И перспектива, как хрусталь, безоблачная, ясная, светлее чистого листа, а остальное – частности. Стихотворение посвящено нашим предкам Белой гвардии. Будет сниться холодная осень, суетливая рябь на пруду, рожь березовых серая просить унылых ветров на виду. Будет небо и ниже, и глуше, в облаках предрассветных дрожать, и, срываясь свинцовые лужи, затаенные слезою лежать. А когда-нибудь, ветви качая, дождь опустится душной волной, я проснусь по России скучая, утомленный, забытой виной. Листья лапы, раскинув нелепо, станут пальмы у самой воды, но ни снега, ни черного хлеба здесь Господь не воздаст за труды. Не воздаст и, наверное, по праву этот крест и святая тоска. Мы, скорбя, покидаем державу, отпуская курок у виска. Лишь во снах, словно невесты, богородичным светом лучась, наши души возносят на место, в ту Россию, хотя бы на час. Для ветеранов, которые всегда остаются в строю. Проходит жизнь, а купол не уложен, пылится броник, брошен автомат. В чехлах ножи, став простым прохожим, я не беру запалы для гранат. Темп изменился, заданный на марше, а я в пути нечаянно отстав, не развалился, став немного старше, за столько лет нисколько не устав. Тревожа сны несут тугие стропы сквозь облака с прозрачной высоты, и той войны невыносимый ропот не заглушат гудящие борты. Здоров и жив, неутомимо сердце, не рвутся жилы, раны не болят, готов служить, и стоптанные берцы, шагнув с порога, снова запылят. И я уверен, парашютным шелком еще одену в небе облака, до смерти верен, оставаясь долгу, усталый палец не сниму с курка. Вот уходят ребята, забывая проститься, забывая махнуть на прощанье рукой, и холодные даты, листая страницы, не дают отдохнуть над пропетой строкой. Но не время грустить, от тоски замирая, ведь листва шелестит на ветру высока. Нас, Россия, прости, что не все, умирая, крест смогли донести и поднять в облака. И ребята идут по лазуревой кромке, каждый грешен и чист, опаленный огнем. Их по-прежнему ждут, окликая негромко, и восходят лучи на пути день за днем. Николаевич, ну давай еще парочку прочту, и все, и разбегаемся. Незаметно. Если нет иных решений, время действовать для нас. Без инструкций и внушений к месту вылетит спецназ. Четко выполним задачу, оставаясь вне границ. Без миля враги заплачут, от тоски сползая ниц. И от ужаса не ждали, плохо кончится намаз. Их сегодня угадали, а потом еще не раз. Небо путается в стропах, солью дышит океан. На высокогорных тропах бродят звезды разных стран. Нет задач невыполнимых, сколько б ни было задач в деле искренне любимом, без досадных неудач. На бетонке борт чихает, в штабе тискают приказ. Здесь никто не отдыхает, провожая в путь спецназ. Робко тянутся секунды километрами пути, и бывает очень трудно там по ходу впереди. Ну, если позволите, еще один уже целится там. Да, он нажимает уже на мышь нажимает. Зреет роса на траве, ловит рассвета лучи. Ветер, плутая в листве, сонно ветвями стучит. Тянет с воды пелену, утро белесая тьма. Я вспоминаю войну, стылую, словно зима. Стылую в мокром поту, в инии на волосах, рваных бинтов наготу, рытвины у колеса, брошенный в грязном снегу серый кавказский январь.
где от воронок в шагу черной каемкою гарь. Тают картинки без слов, мутные, словно слюда. Просто не всем повезло, кто возвратился сюда. Стынет в холодном огне, и далека и видна. Ни наяву, ни во сне, это чужая война. Уходящим в снег сегодня пожелаем тишины. Этот вечер новогодний трудно встретить без войны. Но бликуют только звезды, пусть доверчиво лучась, и глядит из бездны грозной в пустоту хотя бы час. Лишь словам молитвы веря, дома матери грустят. Их незапертые двери одиночеством скрипят. Их ночник горит уныло желтым бликом вдалеке. И купает ветер стылый утро в снежном молоке. Пусть не давит плечи ноша, не терзает рук ПК, осыпается пороша на подсумке с рюкзака. Ночь распластана в тумане, между прожитым межа, снега в споротые ткани, вьюга штопает кружа. Хочется еще прочесть для десантников стихотворение сейчас. Давай, я пока в коленке постараюсь ответить. Но не правильно. Перед моряками. Я познал на себе эволюции ход. В те секунды, когда покидал самолет, я двугорбым верблюдом шагнул в пустоту. Горб раскрылся и крылья развел на лету. Я в траву опустился и крылья сложил. Я в десанте крылатом достойно служил. Сбросил горб, отстегнув перемычку ремнем, и в атаку помчался крылатым конем. Так я бегал недолго и хищником стал, беспощадно, как волк, убивал наповал. Но в грядущее время ускорило бег, воплотился обратно в себя человек. Рев турбин, заглушая, сирена поет, незаметно двугорбых несет самолет. В темноту опускаясь, раскрою крыло, снова стать человеком всегда тяжело. Эволюция жизни, шагая вперед, нас то в море швыряет, то в небо зовет. Но важнее сегодня нам в тысячи крат человеком остаться, вернувшись назад. Слава ВДВ! Так, дорогие друзья, все в армии происходит по команде. Желудочный сок вырабатывается по команде. Поэтому главное событие нашего года — это, конечно, нашего ближайшего времени, это, конечно, 2 августа. Наш концерт заканчивается. Игорь Николаевич, иди сюда. Да не будем петь, давай, Миша, вы поздно. Давай, нет. Автора. Наша программа называется «Батальонная разведка». Да. Значит, мы поздравляем всех с Днем воздушно-десантных войск. Желаем всем хорошего настроения, терпения и оптимизма. Два главных качества для людей, которые живут в России. Это терпение и оптимизм. Все остальное мы либо украдем, либо нам друзья подарят. Это плохая шутка, на самом деле. Еще мы поздравляем всех с первым праздником, первый с военно-морским флотом России, да, который древнее, чем ВДВ, гораздо. Дорогие друзья, следующее первый день. Так что с двумя замечательными праздниками мы поздравляем всех, кто имел к этому какое-то, да, отношение. Мы заканчиваем. Просьба, значит, сейчас мы споем песню, после этого все встают и выходят на улицу Пятницкую. В промежутке, значит, запрещается петь во дворе, потому что, к сожалению, значит, жители двора не виноваты в том, что у нас здесь концерты проходят. Вот. Мы дико, да, мы за это дико извиняемся, но с этим ничего не сделаешь. А на войне, как на войне, а нам труднее там вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова бой, снова бой. Сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. А
А если так случится, друг, тебя навек оставит друг. Не осуждай его, война тому виной. Тебе наш родный старшина отдаст медали ордена в разведке, заработанные мной. Тебе наш родный старшина отдаст медали ордена в разведке, заработанные мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, гурьбою сядемся за дружеским столом. И вспомним всех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и чашу полную товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, но шагали без привала, рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. И все вместе. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Да, золотой! Ты, сестричка, медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Да, золотой! Все! Дорогие друзья! На этом наш концерт закончился. Мы хотим поблагодарить аплодисментами вашими наших замечательных Наташу и всех остальных красивых девушек, которые нас сегодня кормили и поили. Спасибо им всем. Еще раз, дорогие друзья, выходим организованно на Пятницкую улицу. А что 22-го? 22 августа будет чего? Еще один концерт. Следующий концерт. Наташа, а мы знаем 22 августа, что? Наташа. 22 августа у нас будет концерт, да? Нет. Судя по глазам, еще...